Итак, сегодня поговорим про скольжение, про инерцию скольжения, потому что, по сути, это определяющая вещь, определяющая, что фигурист будет кататься или не будет кататься, есть катание или нет катания. Конечно, есть еще свои исключения, даже в тех случаях, когда катания нету, когда, например, выдающийся владение льдом, то это так или иначе может компенсировать, особенно если есть складность, и самый вот яркий пример – это, конечно, Вероника Еметова. Совершенно выдающаяся фигуристка, просто потрясающе ей поставили короткую программу. Все вроде бы здорово, но проблема именно в том, что у нее нету презентации, над этим надо работать, но это ладно. А если мы говорим сейчас про катание, у нее нету именно катания как такового, скольжения. То есть она берет именно ходом, напором, и это все равно выглядит грандиозно. Но если бы она еще каталась, ну это было бы вообще божественно. А вот что значит каталась, что значит катание? Ну, смотрите, вот эта фигуристка, ее зовут Елена Васильевна. Может быть, Васильева, там точно не было слышно, когда анонсировали выход ее на лед. Ну, посмотрите, как она, что она делает. Я такое видел только вот из недавних, только у Евы Сосновских, мы о ней сейчас тоже поговорим. Вот смотрите, просто 2-3 шага, и что у нас происходит? А происходит то, что фигуристку начинает подхватывать, можно сказать, у нее появляется невидимый компаньон. Такой сзади такой садится и давай вперед. Появляется чудовищная инерция, которая позволяет просто без усилий делать вот такие вот спиралики, которая превращает прокат в завораживающий. Вообще, то есть я ничего, то есть тут кочки единственные в этой программе, это вот эта хореография, которая, то есть пока презентации нету, и, соответственно, все вот это вот как кочки выглядит, это наоборот мешает. А так, вот если она просто каталась, ну посмотрите, по сути, несколько шагов, именно от скольжения. Она, если бы она бегала, за счет бегания у нее не будет такой инерции. Инерция у нас появляется именно за счет скольжения. И все. И полетела. И все, она может на этой скорости делать что угодно. Когда будет расти мастерство, она будет и разные другие элементы, будет настолько выдающимся образом выглядеть. Именно по той причине, что девочка катает. То, что у нее есть скольжение, именно скольжение вот это вот набирается невероятная инерция. И все, и здесь можно делать владение коньком, это уже другая история, мы говорим, это именно исполнение шагов, там уже больше будет зависеть, как коленки будут работать, но именно скольжение как таковое, инерция в скольжении, ну это вот явный пример. С самых юных лет, сколько ей лет, я не знаю, совсем юная фигуристка, но при этом даже задним ходом она набирает огромную инерцию. И все. У нее остановки в программе это лишь элементы и хореография. И это вот и есть катание, когда без усилий, без напора даже, как такового, напор сам появляется. То есть ты просто катишь, и с каждым шагом у тебя просто еще больше и больше подхватывает ветер. То есть это не разгон. Обычно путают с разгоном, но это не разгон, в том-то и дело. А разгон — это когда особенно катания нету, и там чем-то другим надо брать. А здесь именно вообще без усилий, она просто едва делает какие-то шаги, и ее уже подхватывает ветер. Это и есть скольжение, тут и есть именно само катание как таковое. А второй пример — это Ева Сосновских, мы про нее уже говорили, тоже совершенно удивительная девочка. Даже, то есть, несмотря на скованность, на то, что она сконцентрирована на элементах, все равно она просто тоже делает, ну, несколько шагов и набирается чудовищная инерция. И все именно за счет скольжения. Потому что если бы не было скольжения, она инерция бы не набиралась. А обычным разгоном такого не достичь. То есть когда просто разгоняешься, вот это усилие прилагаешь, такого не будет. Здесь все, раз, ножками туда-сюда повела, и все, и скорость чудовищная. Это вот и есть катание. Это и есть инерция в катании. Когда все происходит вот так вот без усилий. Когда появляется невидимый друг, вот этот ветер, подхватываешь фигуристку и несящую ее по льду. Это вот скольжение, это инерция в скольжении. И надо добиваться, чтобы была именно она.